Привет, друзья! Вы на канале Мистер Владимир. Сегодня я поеду в Ростов на свое первое исследование. Мне дали 4 талончика. УЗИ буду делать. Нейросонограмма, УЗИ печени и еще какие-то УЗИ. Я вызвал такси, и через час мы отправляемся в путь. Только я не знаю, что мне одеть. Пойду посмотрю, какая погода. А погода у нас больше 30 градусов, значит, можно одевать футболочку с коротким рукавом. Если я проголодаюсь в дороге или будет очередь, у меня есть вот такой термос, вот с такой соской. Мама туда наберет молочной смеси, и я поем в дороге. Повезут меня вот в такой люльке-переноске. У меня здесь есть ортопедическая подушечка и пеленочка. Я тут буду спать в дороге, мне будет удобно. А еще удобно меня носить в поликлинику в ней. Диагностический центр медицина. Это была вторая поездка моего ребенка. Первая поездка была, когда мы забирали из роддома, а это вторая поездка. Вел он себя абсолютно нормально, всю дорогу спал. Мы ехали примерно минут 50 и обратно тоже посидел на ручках и всю дорогу спал. Сейчас я расскажу, какие документы вам понадобятся, когда вы едете на УЗИ. Ксерокопия свидетельства о рождении, ксерокопия медицинского полиса. У нас пока временный полис, потому что настоящий постоянно будет делаться где-то полтора месяца. И копия прописки одного из родителей. На всякий случай я взяла с собой 2 памперса, если вдруг ребенок по дороге у вас описывается, обкакается. Дальше зашли, вел он себя хорошо, немножко поплакал. И делали УЗИ головного мозга, тазобедренные суставы. В общем, 4 УЗИ. Занимает это минут 10-15. Выдали нам вот такие вот заключения. Все у нас хорошо, все у нас в пределах нормы. Ультразвуковая печень, поджелудочная, желчный пузырь, селезенка, почки, эхокардиографическое исследование, тазобедренный сустав и УЗИ головного мозга. Вот. Ребенку полтора месяца, столько уже всего написали. В общем, теперь нам надо к педиатру и пройти еще других врачей. Вот. Прошло 2 часа, и он только-только начал просыпаться. По дороге я его покормила из бутылочки. Ну все, ребятки, подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик.